Ну что, вы готовы к самому смешному челленджу? Кто нарисует лучше, тот получит приз. Будет круто! Вы же на мультидо! Кажется, мы будем рисовать. Да уж. Ну что, дамы, вы готовы приступать к рисованию за призы? И первым вашим призом могут стать эти деньги. Их очень много. Поверьте, вам их надолго хватит. Вау! Я должна их получить. Я точно их получу. Тем более, я настоящая художница. Что? Ты не посмеешь. Это мои деньги. Эй, смотри, это кто там летит? Где? Покажи. Наивная. Как тебе понравится, когда твой рисунок намокнет? Что? Зачем ты это сделала? Я вообще не виновата. И как мне быть? Ну вот, весь рисунок намок. Все силы на смарку. А я не виновата. Оно само так. О, ну что, мой шедевр почти готов. Это будет легендарно. Да что же это такое? Все позарились на мои деньги. What the? Нам здесь не нужна твоя мазня. Забирай. Эй, больно же. Так тебе и надо. Согласна. О, и еще рисуночек ее себе прихвачу. Я жива. У меня не получилось, мне рисунок испортили. А мой украли, это нечестно. Все честно, ты сама играешь не по правилам. Что за бред? Так, 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 побеждает сегодня Джесс. Я так и знала, я лучшая. Приготовься ловить свои деньги. Я и себе прихвачу. Мои тут тоже есть. Может, и мне достанется. Как же много денег. А я говорил, приз очень ценный. Мое. Вообще-то, мое. И мое тоже. Секунду, и я поймаю ваш следующий приз. Теперь вас ждет поп-ит в виде прекрасной бабочки. Круто. Я его получу. Кто его получит, мы еще посмотрим. Сразу ясно, что поп-ит мой. Как же не вовремя. Хорошо, что у меня есть запасной. Что это за совпадения такие? What the? Ну все, меня разозлили. Поп-ит мой. Я никому его не отдам. Ты сейчас загоришься. Осторожнее. Все под контролем. Или нет. Горим, пожар. Я натворила, я и исправлю. Я же говорила, что все будет хорошо. Только вот рисунок теперь испорчен. Кого же выбрать? Так-так. Конечно, меня. Я бы поспорила. У меня тоже рисунок отпад. Я тоже хочу поп-ит. Выбор очевиден. Сегодня побеждает Бетти. Ну, конечно, я же рисую лучше всех. Поп-ит летит к тебе. Круто. Обожаю в него играть. Он должен был стать моим. Держи, потыкай. Может, успокоишься? Я тоже хочу. Кто посмел? Руки убери. Так-то лучше. Вы будете в шоке от вашего нового приза. На этот раз вы соревнуетесь за эту золотую рыбку. Ух ты! Это еще не все. Стоп! Это не просто рыбка, она исполнит все ваши желания. Вот наглядное тому доказательство. Я наконец смогу попасть в сладкую страну. А я стану самой богатой. А я буду самой умной. Буду есть вечно. Обжора. Ой-ой, как неловко. Приступайте к рисованию. Let's go! Рыбка точно станет моей. Я должна победить. Я рисую лучше всех, так что победа в кармане. Ого! Ого! Так не пойдет. Рыбка должна стать только моей. У меня для вас тоже есть порыбешки. Пусть у вас будут такие. Ах ты!
Ты у меня попляшешь. Получай. Эй, вы что творите? Какие вы подруги после этого? Ничего, это еще не конец. Раз я не смогу заполучить рыбку честно, я заберу ее тайно. Yes, yes, yes. Что? Как ты посмела? Что со мной происходит? Эй, верните мои ноги! Я не хочу быть рыбой! Так тебе и надо! Так нечестно! Верните мои ноги! Нечего было воровать приз! Bye-bye. Кстати, пора выбирать победителя. Конечно, это должна быть я! Или все-таки я? Пожалуй, вы обе сегодня побеждаете. Ваши рисунки очень красивые. Рыбка исполнит все ваши желания. Здесь все подсужено. Так нечестно. Холодрыга какая. Смотрите, сейчас вас ждет айфон. Так что скорее начинайте рисовать. Он будет моим. А вот и нет. Конечно, нет, он мой. В такой холод только в снежки играть. Но почему у меня? Я же рисую. Айфон крутой и дорогой. Значит, рисовать должно быть труднее. Ничего, я справлюсь. Я сильная. Эй, девчонки, ловите немного снега. Я не буду отвлекаться. Как же надоело! Вот так будет явно лучше. Блин, об этом я даже не подумала. А снежки-то не кончились. Ловите! А вот и нет, не попадешь. Странно, в нее не попал ни один снежок. Но ничего, вот такой снежок мимо точно не пройдет. Кейт, берегись! Смотри! Ой-ой. Лови! Вот и упала. Как хорошо, что не в меня. Наконец-то попал. Как же надоело возиться с этими фломастерами. Дурацкие перчатки. Может, так получится? Так порисую. Время вышло. Показывайте, что нарисовали. Посмотрите на мой. Я точно выиграю. А лучше на мой. Он красивее. Я тоже еле-еле успела. Успела? Но это выглядит просто великолепно. Побеждает Бетти. Айфон твой. Так-так, нужно освободить его ото льда. Бинго! Мне поможет вот этот молот. Как же громко. Только поаккуратнее. Вот и мой драгоценный айфон. Что? Он весь разбитый. Какая же я глупая. Зачем я только била так сильно? Вот тебе и айфон. Да уж. Оказывается, рисовать за призы – это невероятно весело. Только представьте, сколько крутых подарков можно получить, просто рисуя. А также сколько всего смешного может произойти с тобой и твоими друзьями, пока вы яростно соревнуетесь. Было круто, согласны? Если хотите еще веселья, оставайтесь на Мультидо!